У Тумановой дом, добрый дом, в доме том. Песни, книги, сказки и картины. И ребятам не лень проводить целый день в добром доме у Тумановой Ирины. Привет, ребята! Я Ирина Туманова. Рада видеть вас в своем добром доме. В предыдущей программе мы говорили про котов. Их нам уже нарисовали ребята из 330-й московской школы. Вот мой Кишуня. Вот так вот, наверное, он на дерево залезает. И вот Рыжик сидит и ждет котлет. Ребята, а вот этот контур называется раскраска. Я выложу ее у себя на сайте, а вы попробуйте посоревноваться с Леной Верзиной и сделайте яркую картинку. Буду ждать ваших писем. Скоро будет осень, улетают птицы. Как бы мог охотник рыжий отличиться, сидя на... Ребята, прозвучала песенка, ее спели нам Яна и Вероника Рожковские. Дети, к нам сегодня прилетела куча целых птиц. Они мешают нашим котам спать. Вот эти вот утки улетают осенью на юг. Вот ворона очаровательная. И вот для самых маленьких такая пестрая-пестрая птица. Дети, присылайте на мою электронную почту фотографии, картинки, рисунки, стихи, песенки со своими питомцами, домашними животными, котами, птицами, собаками. А птицы пусть улетают, а то их съест кот. Мрррр, что-то мне котлет захотелось. Это очень интересная тема. А вы умеете готовить? Я, между прочим, великий кулинар. Я стала победителем в одной из передач под названием «Званный ужин». Да, между прочим, у меня есть отличная коллекция мясорубок разных времен. А еще я знаю множество рецептов. Давайте следующую передачу просто вместе посидим, пообедаем, песенки послушаем, а я поделюсь с вами своим кулинарным мастерством. Настала пора прощаться. С вами была я, Ирина Туманова, и моя передача «Добрый дом». Пока-пока. У Тумановой дом, добрый дом, в доме том. Песни, книги, сказки и картины. И ребятам не лень проводить целый день в добром доме у Тумановой Ирины.